Газовая компания «Петросан» в Алматы с сентября по декабрь прошлого года ежемесячно завышала максимальный уровень цены на автогаз. В результате его стоимость за этот период поднялась почти в 3 раза. Этот факт подтвердили в прокуратуре Алматы. Возбуждено уголовное дело по статье 221 части 2 Уголовного кодекса Казахстана. Это злоупотребление монополистической деятельностью. Компания является монополистом в своей сфере. Она занимает доминирующее положение по реализации сжиженного нефтяного газа в южном регионе страны с долей рынка почти в 77%. Проведение досудебного расследования поручено Департаменту экономических расследований.